Всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, вы на канале Зверьё. Я вам сегодня расскажу про мультиспортивные часы от компании Garmin. Это серия Феникс, третья модель, и там существует очень много вариаций. Это модель со встроенным пульсометром. Поехали. Это уникальное устройство, оно подойдет, если вы занимаетесь, к примеру, бегом, плаванием, скалолазанием, играете в гольф, не знаю, катаетесь на лыжах, на горных лыжах, на сноуборде. Вот эти часы подойдут для всего этого. У меня уже была модель Garmin Fenix 2 с таким красным ремешком. Заходя на сайт, можно даже потеряться и растеряться, потому что вариаций очень много этих часов, именно третьей модели. Но, во-первых, там отличается по цвету самого корпуса. Есть, кстати, женские, такие розово-белые. Отличаются по ремешкам. Есть вот такие вот силиконовые, резиновые. Ну, я, надо сказать, резиновые назову. Кожаные, есть стальные, есть из титана. Есть со встроенным пульсометром, есть без встроенного пульсометра. Есть такие со встроенным пульсометром и плюс дополнительный пульсометр на грудную клетку, чтобы бегать. Если будем все-таки использовать нагрудный, то он немножко точнее при измерениях. И плюс в этом пульсометре есть дополнительный акселерометр. С его помощью начинает показывать расширенную беговую динамику. Это типа осцилляция, время контакта с землей и тому подобное. Выходя пульс при беге, показывает и через запястье нормально. Как вы можете заметить, они у меня черного цвета. Ремешок можно менять. Это супер. Ремешки продаются разные. Можно поменять, кстати, вот на титановый, на кожаный. Можно поменять на такой же силиконовый, резиновый. Вот смотрите, у меня есть такой голубенький цвет. Есть, не знаю, на сайте их тоже много. Там, по-моему, 5 цветов разных. То есть покупаете, меняете, все универсально. Ну, предлагаю детально посмотреть на сами часы. Но смотрите, разница в версиях варьируется от где-то 34 тысяч рублей до 65 тысяч. Все зависит от навороченности ремешка и вообще самих часов. То есть можно выбрать с встроенным пульсометром, то есть на задней части часиков будет специальный пульсометр. Такая технология называется Elevate, ну, для измерения частоты пульса на запястье. Часы у нас водонепроницаемые, с ними можно нырять на глубину до 100 метров. Впереди цветной дисплей, называется он Garmin Chroma Display. Он цветной, но не такой уж и яркий, благодаря этому зарядку будет дольше держать. Диаметр 1,2 дюйма. Очень хорошо его видно даже при солнечном свете. Я вот сколько, наверное, уже практически месяц пользуюсь этими часами, каждый день ношу, ну, супер часики. Весь этот дисплей защищен сафировым стеклышком. Ну, сколько месяц ношу, просто везде спортом с ним занимаюсь, езжу, кидаю куда-нибудь, но не поцарапались. С ними уже поплавал в бассейне, был даже в сауне, ну и, соответственно, в спортзале, на улице, бег, велосипед, все они уже прошли со мной. Я могу сказать, что кожаный ремешок, наверное, все-таки для спорта не особо подойдет, он так для выхода, но чтобы заниматься спортом, лучше его менять на вот силиконовый. Ну и также мне кажется, что бегать будет проще тоже с таким, нежели, к примеру, чем с остальным. Вот насчет функций для спортивных тренировок, здесь очень все много, сейчас вам попозже покажу, что вообще есть в меню. Здесь расширенные данные беговой динамики, ну, например, это длина шага, коэффициент вертикальных колебаний, VO2 max, то есть позволяет определить, насколько ваш организм перерабатывает кислород и, то есть, вашу выносливость. Плюс будет давать рекомендации по восстановлению, прочее. Есть навигационные функции, трехосевой компас, альтиметр, барометр, функция трекбэк, то есть, если мы куда-то ушли в лес, мы можем задать вернуться в ту же самую точку, откуда мы вышли. С такими часами очень просто можно ходить в походы. Ну, покорить север, можно отправиться в джунгли, не потеряетесь точно. Единственное, нужно взять, конечно, к ним зарядку. Аккумулятор у них на 300 мАч. В режиме часов хватает на 2 недели. В режиме GPS где-то около 20 часов. Так как GPS у нас встроенный, мы без проблем можем отследить все наши тренировки. Позанимались, пришли домой, синхронизовали с телефоном, Connect IQ называется, либо с компьютером. Можно свои тренировки отследить при помощи приложения Connect IQ и, кстати, плюс загрузить на устройство всевозможные циферблаты, программки. Сейчас тоже все покажу. Ну и плюс выгрузить это все в полноценную версию браузерную на Runkeeper, Endomondo и Nike+. И там уже
соответственно, вести дневник своих тренировок. И GPS-трек полностью накладывается, к примеру, там, по-моему, на Google карты. Сейчас так вам немножко перечислю. Здесь встроенный высокочувствительный приемник GPS GLONASS, интерфейс USB, ANT+, можно датчики подключать, подключается к телефону по Bluetooth 4.0. Возможно обновлять прошивку либо через компьютер, либо через телефон, также по Bluetooth там все скачивается. Встроенной памяти 32 мегабайта, из них доступно будет 23. Поддерживаются уведомления, то есть смс-ки, входящие звонки, все будет отображаться на дисплее. Ну, к примеру, вот WhatsApp отображает все по-русски. Можно управлять MP3-плеером на смартфоне. Можно управлять экшн-камерами Verp. Это, кстати, экшн-камера Garmin. Есть специальные функции для геокэшинга. Есть календарь охоты, рыбалки. Есть информация о солнце и луне. Даже есть будильник. Не поверите. Ладно, это я шучу. Вы, наверное, сейчас послушали и поняли, что это какие-то просто мега-супер часы. На самом деле это так. Я пользовался раньше версией Phoenix 2. Они у меня с таким красным ремешком. Вот, три зеленых индикатора, они как раз просвечивают и получают информацию о сердцебиении. Коннекторы немножко изменились, как видите. Они используются для зарядки. То есть данный коннектор нужно брать с собой всегда, чтобы заряжать эти часы. Хватает, но вот 2 часа в режиме GPS, когда вы будете им пользоваться непрерывно. Раньше вот подсветочка была у меня такая, смотрите, красная, и дисплей был монохромный. То есть здесь выводилась вся информация, там GPS-карты, все дела в таком вот черно-белом режиме. То теперь используется цветной дисплей. Ну, к примеру, я получаю информацию о температуре, и дисплей у меня, видите, он цветной. Все намного приятнее выглядит. Ну и, кстати, большой плюс, что ремешок от старых часов отсоединяется и подойдет сюда. Так что у меня теперь и красный ремешок, и вот такой вот синенький. Сейчас мы с вами его тоже сюда оденем. Значит, смотрите, на левой стороне у нас находится клавиша Light, то есть, соответственно, подсветка включается. Циферблат можно скачивать любые через магазин Garmin, через приложение Connect IQ. Сейчас вам тоже это все дело покажу. Справа у нас большая клавиша Start-Stop. Если мы хотим начать тренировку, нажимаем, удерживаем, выбираем тренировку и поехали. Так, ну смотрите, давайте вот по тренировкам. Плюс здесь можно их все либо скрывать, либо доставать, все делать через меню. Лыжи. Отслеживание ваших походов на лыжах. Горнолыжные лыжи, сноуборд, скалолазание, ходьба. Ходьба по пересеченной местности, бег. Бег в помещении на беговой дорожке. Велосипед, велотренажер, плавание в бассейне, плавание на открытой воде. Это, я так понял, гребля. Я так понял, это тоже какая-то гребля. Гребля в помещении. Смотрите, триатлон. И главная функция, где мой телефон. Есть функция гольф. И есть меню гольф. Сюда скачиваются, к примеру, поля для гольфа, которые вам нужны, и вы по ним уже будете ориентироваться. Но каждый режим кроет в себе еще много фишек. Ну, вот, к примеру, лыжи. Горнолыжный сноуборд. Часы умеют понимать, когда вы сели на подъемник и поднимаетесь наверх, они делают паузу автоматически. Когда вы начинаете ехать, они запускают дальше программу отслеживания. Потом все эти показатели хранятся в часах на встроенной памяти, либо выгружаются в приложение. Чтобы найти, нажимаем вот середину клавишу, удерживаем клавишу меню. Здесь у нас настройки, тренировка. Смотрите, можно посмотреть мои тренировки, календарь, интервалы, задать цель, занятия, соревнования. То есть такой виртуальный соперник будет. Можем соревноваться либо с кем-то, либо с самим собой. Смотрите, нажимаем сюда. Можно достать из журнала. Вот, к примеру, моя пробежка на велодорожке субботняя. Загружаю, и по тем показателям мы должны будем опередить сами себя. Можно вот загруженно использовать. Дальше настраиваются часы. Посмотрим все. Навигация, архив. Вот, архив. Здесь у нас, смотрите, шаги. Ну, соответственно, шагов там сегодня. Давно. Вот по каждому дню здесь показывает. Дальше, занятия. Здесь у меня все занятия хранятся, к примеру, вот видите, беговая дорожка в субботу, 3 километра, плавание, беговая дорожка, велосипед, беговая дорожка, ну, давайте вот войдем, к примеру, в плавание, тоже интересная тема, сведения. Очень тоже много показателей, ну, к примеру, умеют считать расстояние, забиваете там 25 либо 50 метров бассейн, показывают темп, время плавания, грибков и показатель SWOLF – это техника выполнения. Как она считается, лучше почитать об этом отдельно. Вот информация по беговой дорожке. Можно это посмотреть на часах, можно потом посмотреть на телефоне. Сколько калорий, темп, время, расстояние, шагов, спуск, подъем и так далее. Все это показывает. К примеру, если мы ходили, вот смотрите, по пересеченной местности, где так, четверг, нет, чуть подальше, 18-17 мая,
Вот, 7 мая, смотрите, ходьба по пересеченной местности 4 километра за час. Можно посмотреть сведения, те же самые. Плюс можно посмотреть еще и карту. Вот показывает карту, как мы ходили. То есть вышли, ходили. Можно использовать функцию трекбэк. То есть если мы из этой точки вышли, прошли вот сюда вот, нажали функцию трекбэк, и нас часы доведут обратно к этой точке. Очень полезно, мне кажется, когда вы ходите в походы, ну, либо в лес за грибами, если незнакомый какой-то лес будет. Можно посмотреть время в зоне, то есть там под себя устанавливаете зону пульса, к примеру, для сжигания жира, кардио, для восстановления и так далее. Вот 5 зон. Ну, соответственно, ходили мы в такой зоне. И смотрите, к примеру, плавание, вот бег. Здесь, соответственно, будут совершенно другие показатели. Здесь кардио. Также можно настроить полностью циферблат. Здесь у меня вынесено количество шагов в день. Они сбрасываются в 0000. И я себе поставил 10 тысяч шагов. Соответственно, они у меня накапливаются. Я смотрю свой прогресс, сразу время. Циферблат, смотрите. Нажимаем сюда, заходим в настройки, заходим в циферблат. Тип аналоговый. Дальше, ну вот, back to the future. Все это скачивается, тип Connect IQ. Да, выходим назад. И вот такой вот у меня будет циферблат, как это на машине Марти Макфлая было, да? Или доктора Эммета Брауна. Показывает вся та же самая информация, только в виде вот такого дисплея. Ну, сами понимаете, 21 век, циферблаты, все настраивается. Качается все это дело бесплатно. Вот опять заходим, Mario Watch. Уходим, у меня вот Mario будет. Я себе выбрал обычный такой вот аналоговый циферблат. Здесь уже можно под себя все это дело разнообразить. Так, выходим обратно, ставим тип циферблата аналоговый. Можно либо просто обычный цифровой. Цвет фона можно, смотрите, поменять. Можно белый, черный сделать. Ну, вот мне такой черный больше нравится. Стрелки можно поменять на любые другие. Ну что, все электронное. Фон можно поменять. Так, какой у меня был. Вот такой вот, с делениями. И дополнительные данные. Здесь у меня можно поменять шаги как раз и дату, время. Так, выходим назад. Ну, как вы поняли, вот это клавиша назад. Старт, назад, вниз, вверх и клавиша меню она же. И клавиша подсветки. Плюс часы умеют подсоединяться к сети Wi-Fi. Здесь есть Wi-Fi антенна. Подключаем к сети, и часы у нас получают интернет-функции. Либо можно все это дело вот коннектить по Bluetooth. Давайте покажу как. Так, по-моему, я установил клавишу Bluetooth на клавишу назад, если подержать. Да, здесь в состоянии подключение. Ну, так и сделаем. А вот как раз приложение от Garmin Connect называется. Заходим в него, и сейчас у меня вся информация с часов перенесется в это приложение, где уже более все детально, ну, в принципе, так же, как на часах, смогу посмотреть на телефоне и хранить это здесь. Ну, плюс все это выгружается в полноценную версию, и все это доступно в облачном хранилище. У меня написано, что последняя синхронизация была 7 мая, за это время у меня очень много всего произошло на телефоне, давайте это сделаем. Вот как раз все устройства, которые у меня были зарегистрированы, Vivo Active, Vivo Smart, Fenix 2, это вот эти вот часы, и вот он, Fenix 3 HR. И вот через какое-то время появляется строка синхронизация с Fenix 3 HR. И давайте нажмем «Скрыть». В фоновом режиме у меня происходит синхронизация. Мне очень нравится, что с этими часами не нужно никаких дополнительных устройств, чтобы отслеживать сердцебиение. Это на самом деле важно, потому что на беговой дорожке либо приходится постоянно проверять пульс, державшись за ручки, ну, либо просто взглянуть на часики. Но здесь удобно, что в режиме бега можно сразу вывести информацию о сердцебиении на главный экран. Что для себя понял, при беге очень удобно крепить вот таким вот образом часы. Так они более четче считывают сердцебиение и удобнее смотреть, нежели чем вот так вот. На велосипеде кататься тоже одно удовольствие, сразу показывает, сколько ты проехал. Подъемы, спуски, плюс GPS-трек пишет. Плюс еще есть датчик оборотов для велосипеда. Пока идет синхронизация, там синяя полосочка снизу, достану ремешок, поменяю его. Такой ремешок мне больше нравится, он дает такой контраст, наверное. Кстати, на сайте eBay посмотрел, ремешков просто куча есть для этого. Просто куча. Кто бы думал, вроде спортивные часы Garmin, а ремешков там уйма. Буду менять голубенький на эти. Написано, что отверточки только для Fenix 3. Ну окей.
Чтобы все это было потуже, нужно с другой стороны придержать отверточку и немножко подзакрутить вот так вот. Ну вот и все. Быстро поменял. Теперь у меня часики с голубым ремешком. Супер. Давайте посмотрим, что у нас здесь синхронизовалось. Шаги, мой день. Итак, смотрите, за сегодня у меня 626 шагов, потому что я их сегодня не носил, дом сидел. Сразу график показан. Могу войти в ежедневные данные, посмотреть, к примеру, вот за 23 мая. Здесь у меня 6600 шагов. Частота пульса средняя, как все это в течение дня менялось. К примеру, 22 мая. Здесь у меня 2800 шагов. Здесь у меня 15000 шагов. Это такой день, когда я прям весь день носил как раз часы. Дальше здесь можно детально уже посмотреть про шаги. Вот здесь тоже все показано. Дальше беговой тренажер. Здесь расстояние, время, калории, темп. При помощи какого устройства все это сделано. Дальше средний темп, средняя скорость, всего. Круги. Дальше темп. Частота пульса, где начинал, в течение тренировки, все это, видите, очень красиво показано. Частота, высота, температура комнатная, время в зонах. И также все это красиво будет показано в веб-версии. Можно следить за весом, сюда вводить показания. Так, давайте еще здесь. Гольф, плавание. Вот плавание было 150 метров, меня выгнали, потому что надо было плавать в шапочке, но окей, хотя бы что-то наплавал. Давайте посмотрим, посмотрите все занятия плавания. Ну да, вот 150 метров, что здесь у нас? 26 грибков, средняя частота грибков 21. То есть, короче, очень круто, что все это дело считают, круги, потом темп, качество выполнения, грибки. Дальше таблица лидеров, здесь можно друзей своих приглашать. По календарю, смотри, тоже показывает, где, в какой день, какие у меня были тренировки, все это могу посмотреть. Но здесь можно загрузить поля для гольфа. Ну, смотрите, вот магазин Connect IQ. Он знает, какие у меня часы, и сейчас покажу все приложения, которые я могу загрузить на часы. Вот здесь вот Watch Face, можно нажать больше. Соответственно, выбираем любые, какие есть. Выходим немножко назад. Есть приложения, которые собирают та же информацию. Нажимаю загрузить, они сразу перекачиваются сюда. Например, смотрите, навигация по звездам. Ну, мапсы, понятное дело, навигация, атлас можно загрузить. Очень-очень много всего, это еще не все, там вон 7 страниц только из application, но очень много из watchface'ов. Если вы уже занимаетесь спортом, либо планируете покупать себе какой-то гаджет для спорта, то, конечно, всякие фитнес-браслеты, это прикольно, но это уже профессиональные вещи. Вообще у Гармина, можете на сайте посмотреть, очень много всего есть. К примеру, специально устройство для бега. Есть устройство специально для плавания. И это универсальное устройство. Здесь сочетаются как мультиспорт, как уже изначально сказал, что все, бег, ходьба, пересеченная местность, плавание, скалолазание. То есть все вот эти данные с любого вида спорта вы получите. Будете хранить у себя, неважно где, в телефоне, в облачном хранилище, там иметь доступ через телефон или через веб-сервис. Очень часто замечаю, что многие, кто бегают, покупают дополнительное крепление на грудную клетку. С этими часами тоже это можно сделать. Но если у тебя есть устройство, которое умеет отслеживать частоту пульса прямо здесь на запястье, это супер. Взял, перевернул, отследил, сразу посмотрел. Ссылку на часы оставлю в описании. Ребят, информации очень много. Кто заинтересовался, переходите, читайте дополнительно, смотрите еще видео, потому что вещь на самом деле очень интересная. Хоть выглядит как обычные часы, но за этим кроется прям очень много всего. И вот они прям подстегивают заняться каким-то спортом, пойти, пройтись, побегать, все это дело отследить, потому что все очень круто выглядит. Кстати, есть напоминания, они понимают, когда ты засиделся, они тебе вибрируют и говорят там «вперед, чувак!» Ну, там прям пишется «вперед!» Очень нравится уведомление и управление музыкой. Ну, к примеру, дома поставил телефон, подсоединил даже какую-нибудь Bluetooth-колонки, и часы подключены тоже сюда, тоже по Bluetooth. И при помощи кнопочек я могу управлять MP3-плеером. Наверное, в начале видео вы услышали, что есть информация об охоте и рыбалке. Да, такая тема даже была вот здесь вот. Связывается с GPS-спутником и показывает по местоположению, когда у тебя лучшее время будет для рыбалки в этом месте. Прикиньте. Ну, я просто не рыбак и не охотник, поэтому я не знаю всех тонкостей, но часы это умеют делать. Еще состояние солнца,
о Луне, прям куча всего. За месяц я, конечно, всех функций здесь не распробовал, но бег в помещении, бег на улице, велосипед и плавание выглядит очень вкусно. Но я вам хочу сказать, что с таким ремешком как-то мне больше нравится. Он более заметен и какой-то вот прям акцент делает, да? Даже с такими часами хочется пойти куда-нибудь в поход, прям покорить что-нибудь. На Эверест точно можно с ними пойти, потому что отслеживает восхождение, то есть высоту, сразу температуру, GPS тебе показывает, короче, все. Ну вот главное зарядку взять. А то GPS-ом будешь пользоваться, часики сядут, а надо подзаряжаться. Заряжается, кстати, очень быстро. Ребят, ладно, все. Очень много было информации. Часы безумно мне понравились. Я буду пользоваться только ими. Вот уже давно пользуюсь. И буду пользоваться, потому что они очень клевые. Ладно, все, давайте. Пока.